Знаете, друзья, эта новость нас несколько озадачила, потому как свалилась на нас как снег на голову, и вот почему. Оказывается, вскоре на Одесском авиационном заводе начнут лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 и Rockies. И что интересно, первый вертолет должен быть готов до 24 августа 2021 года. И да, вы не ослышались. Первая машина должна быть собрана до конца лета этого года. Об этом намедни сообщил гендиректор Крабаранпрома Юрий Гусев во время визита на этот самый завод. По его словам, организация производства сегодня находится на завершающей стадии. Первый вертолет должен быть изготовлен уже к 30-летию независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств и Rockies. Это такой вертолет-прототип, которого совершил первый испытательный полет еще в октябре 1956 года. Армия США уже не пользуется UH-1, заменив его на UH-60, но корпус морской пехоты США продолжает его применять и вкладывать деньги для его совершенствования. Последняя модель для морской пехоты США – это UH-1 Uvinom. Какую именно модификацию будут собирать в Украине, как и что именно за модель это будет? Только сборка из новых комплектующих или некоторые детали будут делать в Украине, не сообщается. В свою очередь, Bell UH-1 Venom, который имеет еще и название Super Hey, это двухмоторный вертолет, который имеет новые двигатели, трансмиссию, четырехлопастный винт с композитными лопастями, цифровую кабину и увеличенную грузоподъемность. Этот вертолет на 84% унифицирован с очень известным вертолетом H1Z. В общем, еще вполне изобильная машина, так как ее используют морпехи в самих США. Кроме того, не так давно, а именно в 2019 году, Чехия приобрела 12 вертолетов компании Bell. А это 4 ударных Bell H1Z Viper и 8 именно таких вот многоцелевых вертолетов Bell UH-1 Uvinom, поэтому это вполне себе нормальная на замену тех же Mi-8 машина. И, друзья, мы снова напоминаем, что у нас вот уже 2 с лишним месяца есть свой Patreon, и мы очень признательны нашим активным патронам. Для тех же, кто тоже хочет поддержать нас и стать нашим новым патроном, милости просим по ссылке под видео. Ваша помощь позволит нам делать для вас еще больше хорошего и интересного контента.